И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, бульбазавр, греча. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Здорово. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет режим прятки на классной карте школа, только все будет наоборот. Я буду прятаться за аниматроника, а пацаны будут меня искать и пытаться замочить. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, дайте мне немножко время, а я тут запрячусь. Все, я заныкался. Можете искать. Ты заныкался? Школьная дискотека. Да. Так, тебе надо найти, либо мы тебя найдем, и ты нас будешь мочить. Давай сразу же. Я не буду это уточнять, потому что я и сам не знаю. Хорошо, я беру один телефон. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А мне нравится играть в прятки, потому что я просто ничего не делаю и сижу. И наблюдаю, как кто-то ходит и стреляет за стеной. А кто за стеной мочит так сильно? А чё, видно меня сильно, да? Да, сильно. Блин, ладно, ребят, это был первый раунд, и вы выиграли. Очень быстро, кстати. Дайте мне еще немножко времени, я запрячусь еще раз. Так. Все, пацаны, можете искать. Опять меня по карте кидает. Ой, нычка вообще жирная. Просто жирнячая. Так, я не понимаю, почему мне не видно, что за столом, а вижу. Вот так будем сидеть. Спасибо за подсказку. Так, я... А что я сказал? Да уйди. Блин, а мне так, наверное, видно, да? Немножко назад давайте сдадим. Я вышел. Во-во-во. Вижу, кто-то ходит за стеной. Слышу, топает. Топает, топает, ломает столы. Нашел. Да блин! Да почему мне вы так быстро находите? Тебя ник спалил. Да? Ну да, блин. Я смотрю на стол и вижу ник. Я слышу то, что ты говоришь, то, что кто-то бьет столы, и сразу понимаю, ты здесь. Да ну блин! Ты сильно хорошо играешь, ты наигранный. Я наигранный? Да. Давайте еще разок. Сейчас будет так, а потом я уже нашел нычку на карте, которая прям вообще будет вам жестко. Давайте, постарайтесь сейчас меня еще разок найти. Опять ты обосрался, да? В туалет сидишь? Нет. Босс. Не, нашел то какой-то кирпич. Где? В туалете, в туалете. Я ж говорю, обосрался. Отойдите! Где? Где он? Все, все, енот, ты неадекватный. Два без этого оружия, ну реально это читерски. Хорошо. Я еле взял это оружие, за что? Ну все, давайте, пытайтесь меня найти. Сейчас будет настолько сложно, насколько это возможно. Ой, я зачем-то взял... Если вам будет тяжело, я вам дам подсказку. Ой. Я вижу портфель. Ага. Отлично, отлично, отлично. В самом конце комнаты. Слышь, успокойся, Спанч Боб. Вот это мне уже нравится. Тебе нравится? Да. А мне нет. А мне да. Пойдет. Так, где ты там? Пойдет тебе. О, посидим вот так вот. Диппер бегает, что-то там ищет, меня никто не находит. А я при этом всех вижу. Зеленая акула, успокойся. Я видел. Вы ж только друг друга не мочите. Потому что я бегаю сзади вас всех, и никто меня не видит. Умный человек. Эй, аккуратно. Чуть не попал по мне. Нашли, 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 да? Пойдет, мне нравится. Надо валить, надо валить, надо валить. Кстати, вы меня... Не, ну третью часть жизни вынесли, это же больше. Офигеть, одним выстрелом от двоих сразу. Осторожно с этим... Убил, убил. Молодец.
Респект тебе. Я сейчас мне самой стрельнул, если ты видел же. Так, хорошо. Все, убивай быка, у тебя есть 5 секунд. Давай, раз, два. А вот теперь давай, попробуй меня поймай. А тут нет второго этажа? И в подземелье нет? Блин, ну печально. Но карта очень оптимизирована. Ну, задержка. Есть, да? Да, она даже слишком сильная. Я только после смерти своей получаю оружие. Давай я обнулю карту, хочешь? Но оно не изменит ничего. Оно вроде ничего не меняет. Пусть будет так уже, она разрушенная. Блин, вы знаете, где я? Давайте. Вот вы знаете, в какой комнате, да? Убейте меня. Ай, шаром попадает. Ай, ай. Динот, успокойся, ты псих. Я не хотел, извини. Не, ну ты меня это не убил. Осторожно, в той комнате Ян. Осторожно, попадает акула зеленая, не стреляй. Четко попадаешь мне в голову. Ладно, я пошутил, я был в другой комнате. Я в другой комнате сидел на нычку. А зачем тебе ныкаться, ты невидимый? Дурак? Так, так, так. Как? Может, вроде... А вы меня сколько раз убили уже? Моя очередь. Он ведь бежал в столовую. Он в столовой. Ай. Блин, жесть, что творится. Он побежал напротив столовой комнаты. Да блин, шарами стреляет. Так сильно больно. Насколько это возможно. Все, сейчас будет полный расколбас. Ай. Дима, у нас тут условия игры поменялось. Ты не против, да? У нас теперь тут все наоборот. Хорошо. Ай. Давай обнулю карту, чтобы было все новенькое. Из чистого листа. Во. Так, пацаны, сейчас я возьму такого аниматроника, у которого очень много жизней. Вы слышите конченые звуки? Слышите конченые звуки? Какой конченый звук? Это замечательный звук. Это звук очень мощного аниматроника. Звук конченого человека. Звук конченого человека. Где это? Слушает, слушает, ходит по карте. Где я заныкался? Ну давай. Надеюсь, ты меня найдешь. Пустите. Говно из табакетки, ты где? Блин, прикольно, мне нравится. Давай, 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 давай. Ну. Слышь, успокойся. Ты смотри, умничай. Он в библиотеке, он в библиотеке. Убежал. Он убежал. Я в комнате. Блин, ну чего вы меня сюда находите? Акула, хватит, не иди в коридор. Он обосрался? Да. Так, ищет, ищет, ищет. Ну это замечательная нычка, не знаю почему. Я раньше так не использовал. Очень умно, очень. Слышу его звук. Ну не находите, да, меня? Он не видает. Меня монитор убил. Отлично, отлично. О, попал! Попал? Блин, красава! А как он меня находил? Ты меня по никнейму или с фонариком видно меня хорошо? Он просто стрелял. Он куда попал? Нет, он конкретно бегал за мной и прям по мне целился. Давайте, 40 тысяч жизней. Кто? Кто посмеет меня убить? Отойдите, выйдите отсюда! Надо валить, надо валить!
не успел выстрелить! Давно! Прикольно, мне понравилось. Офигеть, вот это вы творите в вакханалии. В коридоре! А! Я почти убил, прям чуть-чуть не хватило. О, прикольная комната, что-то я тут ни разу не ходил. Упал бы и все. А, вот базар. Да, ты как у нас эту боль делаешь. Блин, всю карту разломали, но меня не убили. Красавчики. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!